Пассажиропоток в автобусах Алматы снизился на более чем 80%. В среднем за рейс на одном общественном транспорте передвигаются 25 человек, а за весь день около 100. Такими данными сегодня поделился глава управления городской мобильности Сагындык Телебаев. Сокращение числа пассажиров, по его словам, позволило обеспечить безопасную дистанцию между людьми. Сегодня в мегаполисе на 114 городских маршрутах функционирует 991 автобус. В целях нераспространения коронавирусной инфекции каждый автотранспорт регулярно дезинфицирует. На эти работы задействованы специализированные клининговые службы. Автобусы обрабатываются в ночное время в полном объеме на каждом автобусном парке и в дневное время на конечных остановочных пунктах. Также, если возьмем работу метрополитена, на сегодняшний день пассажиропоток метрополитена сократился на 90%.